долговых семей, получение кредита, ипотечного кредита, это труднодостижимая цель. Ну а самостоятельная покупка квартиры без кредитных источников вообще несбыточная мечта. Тем не менее, ситуация постепенно все-таки меняется в лучшую сторону. Об этом свидетельствует и рост ипотечного кредита перед давлением, на следующий позже, и ежегодное увеличение темпов строительства жилья. В прошлом году, по данным Росстата, было введено почти 70 миллионов квадратных метров. Это неплохая цифра. Но и для того, чтобы нам поддержать строительный бум и продолжить решение социальных задач, мы запускаем новую программу «Жилье для российской семьи». Предварительно в программе предполагается участие 36 миллионов. Ну, живым будет, естественно, по мере возможности будет расширять. В рамках программы до конца 2017 года в этих регионах планируется дополнительно построить не менее 25 миллионов квадратных метров жилья второго класса со всей социальной и инженерно-технической инфраструктурой. Таким образом, это жилье смогут приобрести 460 тысяч семей. Причем это те семьи, которые не могут сегодня позволить себе купить квартиру на рыночных условиях. Именно на них эта программа рассчитана. Также отмечу, что государство сможет покупать жилье первого класса и переселять туда людей из аварийных домов. Часть квартир будет предоставляться гражданам по договорам социального найма. Бюджетников, ветеранов боевых действий, граждан, которые проживают в аварийном жилищном фонде и других, позволять им приобрести жилье экономического класса, в том числе и с помощью ипотечного кредита, средств материнского капитала и иных форм государственной и муниципальной поддержки. Для риска за счет средств федерального бюджета по предварительным оценкам Минфина это может быть сумма в размере 20 до 40